Сегодня стало известно о заметных кадровых перестановках в администрации Саратова. Специалистом, который отвечает за работу над информационным имиджем мэрии, назначен Антон Закурдаев. До этого он трудился в областном правительстве в Комитете по общественным связям и национальной политике, исполняя обязанности заместителя председателя комитета. Илья Афанасьев, который до сегодняшнего дня возглавлял пресс-службу города, перешел на работу в секретариат Валерия Сараева и будет заниматься вопросами организационного и аналитического обеспечения деятельности главы города.